Однако, здравствуйте. Волна победной эйфории, охватившая украинскую прогрессивную общественность, подхватила и куда-то понесла впечатлительных западных корреспондентов. Так что они позабыли о своей главной обязанности – обвинять Россию в том, что она и только она стоит за спиной так называемых сепаратистов. Украинская армия становится на ноги в борьбе с пророссийскими повстанцами. Это заголовок репортажа из Киева корреспондента «Нью-Йорк Таймс». Пророссийские повстанцы готовят последние рубежи на востоке Украины, сообщает киевский корреспондент Wall Street Journal. Киев вынудил их отступить из последнего крупного очага сопротивления, а Москва никак не продемонстрировала готовность им помочь. Это из Киева. Город-герой Славянск представляется последним рубежом обороны. Если бы они подошли поближе, могли бы разглядеть, что Славянск был не последним, а первым, как Брестская крепость. В Новороссии на самом деле все только начинается. И первый за эту войну номинальный успех карателей может оказаться прологом реального поражения. А еще год назад американские стратеги вот так же старательно продвигали демократию не на Украине, а в Сирии. Я не верю, что в Сирии есть умеренные силы, способные одолеть Асада, хотя, как вы знаете, мы много времени потратили на работу с умеренной сирийской оппозицией. Идея, что она способна не только свергнуть Асада, но и одолеть безжалостных и хорошо обученных джихадистов, при условии, что мы ей отправим какое-то вооружение, не более чем фантазия. Очень важно, чтобы американский народ и, главное, Вашингтон и СМИ поняли это. Во как! Давайте пофантазируем. Я не верю, что в Украине есть умеренные силы, способные одолеть Новороссию. Хотя, как вы знаете, мы много времени потратили на работу с этими силами. Это Обама скажет через год. Идея, что они способны одолеть безжалостных, хорошо обученных нацистов, не более чем фантазия, скажет Обама. Все это тем более реально, что этих самых безжалостных арабских джихадистов, как и украинских нацистов, хорошо обученными делают те же самые американцы. Суть в том, что Украина фашизируется. Западные корреспонденты, умиляющиеся тому, что украинская армия наконец научилась с легкостью расстреливать своих сограждан, не видят того, что, втягиваясь в затяжную, подчеркиваю, затяжную гражданскую войну, национально сведомая Украина автоматически выбирает единственно возможную в этом случае идеологию – нацизм. И это не идеология свободы, правого сектора, нацгвардии. Это идеология нового украинского государства. И это другая Украина. Или, как минимум, несколько других Украин. Вернемся к Ближнему Востоку, где американская борьба с демократией как-то так перетекла в кровавую бойню всех против всех. Тот самый новый Ближний Восток. Раздел строго по этническому и конфессиональному признаку. Детали американского плана нового Ближнего Востока приводятся в книге военного эксперта Ральфа Петерса, опубликованной в США в июле 2006 года. Картина желательной конфигурации Ближнего Востока включает кардинальное изменение границ практически всех существующих там государств. Образование новых государств – Курдистана, Белуджистана, полное расчленение Ирака и, самое интересное, радикальное ущемление таких традиционных союзников США, как Турция и Пакистан, и практическое уничтожение Саудовской Аравии. Последнее слово демократизации по-американски – это жесткий раздел по этническому и конфессиональному признаку. Думаете, американцам Украина дороже Турции или Саудовской Аравии или той же Грузии? И нынешние успехи киевской хунты – это гарантия развала Украины по тем же самым американским лекалам. А ведь обещали демократию и территориальную целостность, как всегда. Однако, до свидания.